Делаем шаблон короны. Для этого чертим прямоугольник 10 сантиметров и 5 сантиметров и 5 миллиметров. Так, поднимаем мы корону на 1,5. Вот так вот. Так, теперь зубчики будем рисовать. Зубчики у нас будут по 2 сантиметра. Это мы здесь отмечаем 2. Здесь отмечаем. Здесь. Здесь и здесь. Получается 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 зубчиков у нас будет. Так, тут мы сантиметр отмечаем. Тут у нас 2. 2. 2. И опять 2 у нас. Соединяем. Вот наша корона получается. Вырезаем.